Прямо сейчас слушаю выступление Арсения Петровича Яценюка. Он рассказывает о перемогах, которые произошли за предыдущий год. Понятно, благодаря, конечно же, Арсению Петровичу Яценюку. Итак, перемога номер один. Мы отказались выплачивать долги России. Вот представляете, какая перемога. Перемога номер два. Мы пополнили наши золотовалютные запасы. И Арсений Петрович Яценюк говорит политкорректно. За счет чего пополнили? За счет сотрудничества с иностранными финансовыми организациями. То есть, наодолживали денег и положили в свои закрома. Мы богатые. Дальше, как Арсений Петрович сказал, мы провели энергетическую реформу. Реформа заключается в следующем. Подняли тарифы. Реформаторы. Еще одна перемога. С 1 января на украинский рынок незащищенный хлынут европейские товары. Что в свою очередь, ну не буду говорить, что будет, сами увидите. Это тоже перемога. Ну и последняя перемога. Мы слезли с газовой российской иглы. И потому покупаем российский газ теперь у Европы. Я буду краток. Мне это напомнило, знаете, вот как человек рассказывает, как прошел его год. Ну что, одолжил у Васи 3000 долларов, положил себе в тумбочку, теперь я богатый человек, у меня 3000 долларов. Начал бухать и курить, развелся с женой, заболел туберкулезом. Нормальный был год, следующий будет лучше.